Лиза и Ксюша. Мы начинаем с видео про наше утро. Сначала мы заправим постели. Сейчас мы причешемся и пойдем умываться. Нашим бычком. В лице очень теплая погода. Да. Ксюша пока плохо, но все еще впереди. Бычок, куда ты пошел? Ты моя радость. С вами были Лиза и Ксюша. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!